А вы знали, что на вашем телефоне можно вот так вот включить плавающие часы? Что это за плавающие часы? К примеру, вы находитесь вот в настройках, либо в игре в какой-то, и они поверх приложения всегда установлены. То есть вы будете знать, когда время. К примеру, вы играете в Call of Duty, перевернули телефон вот так вот, и не знаете, сколько время. Так вот, эти вот часики будут вам помогать. Как их включить? Сейчас расскажу. Вы пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк. Для этого нужно зайти в настройки о телефоне, потапать по версии MIUI, чтобы стать разработчиком и вернуться назад. Дальше, спустившись вниз, вы найдете расширенные настройки. Ниже еще найдете пункт для разработчиков. И вот здесь вот самое интересное начинается, потому что вам нужно найти пункт, который называется плавающие часы, который я сегодня вам и показывал, которые сейчас у меня установлены прямо на телефоне. Ищем эту настройку. Сейчас мы ее найдем. Вот, и активируем. После у вас будут плавающие часы всегда на телефоне. Как видите, она выключается и тут же включается. Больше видео на моем канале, поддержи лайком.